Саммит совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии пройдет в столице Казахстана. Мероприятие запланировано на 12-13 октября. По информации секретариата СВМДА, на форуме будет рассмотрен вопрос трансформации организации в международную. Отметим, в этом году совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии отмечает свое 30-летие. Оно было инициировано Казахстаном в 1992 году. В настоящее время СВМДА объединяет 27 государств-членов и охватывает более 90% территории Азии, генерируя около 2/3 мирового ВВП.